spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена линейка воблеров, которые могут заинтересовать поклонников ультралайта. Это серия под названием Team, предназначенная для ловли некрупного хищника в условиях мелководья. Производителем является популярная среди многих рыболовов компания Касадака. Давайте поближе рассмотрим эти интересные приманки. По геометрии Team можно смело отнести к многочисленному и очень востребованному классу Minnow. Максимальная толщина тела наблюдается примерно посередине, а в стороны идет плавное и постепенное сужение. На общем фоне выделяются очень крупные объемные глаза. Спереди находится пластиковая лопатка оригинальной формы. Она овальная, выгнутая, имеет горизонтальное расположение. Почти посередине зафиксирована крепежная петля с заводным кольцом. Но если вы захотите использовать поводок, постарайтесь выбирать максимально короткий и легкий из возможных. Рекомендованные рабочие глубины заявлены производителем в пределах от 10 до 40 см. Длина самого воблера составляет 35 мм, а вес равен всего 2,3 грамма. То есть, как мы говорили ранее, подойдет снасть класса ультралайт. Степень плавучести положительная. Это позволит обловить более мелководные участки водоема. Кстати, приманка может держать незначительное течение и способна стабильно работать на медленной проводке. На данный момент в палитре этой серии представлено порядка 10 различных цветов, среди которых можно выбрать вариант практически под любые условия ловли. Есть темные, имитирующие некое насекомое, натуральные под малька, фантазийные расцветки и с многочисленными пятнами под молот лосося. Для оснащения используется пара небольших тройных крючков. Острота тройников позволяет сделать качественную подсечку, а прочность проволоки поможет удержать клюнувший трофей. Этому способствуют и крошечные бородки на жалах. Система дальнего заброса не предусмотрена, но в пластиковом корпусе, где-то посередине брюшка, можно рассмотреть два мелких металлических шарика. Это элементы огрузки и балансировки. Однако они имеют жесткую фиксацию, а потому воблер можно считать полностью бесшумным. В качестве анимации для Касадака Team можно применять различные способы. На равномерке Stop and Go Minnow показывает плавное покачивание корпусом. При рывках не сильно отклоняется от траектории проводки. Основными хищниками для ловли на данную модель станут окунь и некрупная щука. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.